40 лет, разведен, ищет девушку своей мечты с квартирой. А что это ты делаешь? Семейным делом занимаюсь. Иди отсюда. Ладно. Раскованный брюнет ищет спутницу для серьезных отношений. Привет. Чем занимаешься? Ты кто, козерог? Нет. Тогда иди отсюда. Латентная тигрица, тайная жрица, я жду тебя. Ой, а что ты читаешь? Тигрица. Это год или месяц? Да я не в курсе. А ты вообще о чем? Тигрица – это зверь, а ты – тю-тю, вообще сбрендила. Мужа себе, видать, ищет. Нет, она меня на днюху позвала. И что? И все. Зачем тогда на днюху позвала? Ну и почему же она тебя отшила? Эх, не знаю. Эх, бедняжка. Ничего, на днюхе разберетесь. Ребята, я знаю, она себе нового папу ищет. Серьезно? А старого она куда денет? Ну, может, не папу, может, нового дедушку для бабушки. А может, она просто читать учится. Или роль репетирует. Какую роль? Для кино, что ли? Ну, вы о чем вообще? Какие дедушки, новые папы, роли? Как с такими, как вы, можно строить взрослые серьезные отношения? Ты вообще понимаешь, о чем она говорит? Кто будет кормить и одевать? Кто детей на ноги поставит? К счастью, есть такие, как я. Уж я-то точно об этом позабочусь. Началось. Мама говорит, позаботься о сестре, и я позабочусь. Эх, лишь бы успеть ей нормального мужа найти.